В средней школе номер 10 имени Сергея Федоровича Рубанова и Октябрьской средней школе спасатели провели праздник для школьников. Ежегодно перед Новым годом журнал «Юный спасатель» проводит конкурс «Мечты сбываются». А поводом для приезда послужила победа учащихся школ. Все подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Ежегодный конкурс «Мечты сбываются» в преддверии Нового года проводит журнал «Юный спасатель». Мы в городе Слуцке уже были и поздравляли девочку Валерию Пайко из 10-й школы. И в ее письме что очень тронуло, то что в наше время, когда, конечно, многие ребята мечтают о телефонах, смартфонах, планшетах, в ее письме было очень много добрых слов, и, наверное, единственное ее желание было любви, добра ее семье и близким. Она сказала, что у меня все хорошо, у меня все есть, а вот для мамы, для папы она попросила здоровья, добра и всего хорошего. Конечно, это не могло не тронуть, мы приехали к ней, потому что, наверное, главная цель издания – это заметить каждого ребенка, не только в городе, но и вот в сельских школах, чтобы каждый ребенок знал, что у него может все получиться, чтобы, написав такое самое простое искреннее письмо, он был уверен в том, что он тоже может в своей жизни, вот его мечту кто-то может исполнить. Письма со всей Белоруссии ребята присылали до 20 декабря, в которых рассказывали о себе, о своей семье. По итогам конкурса в Минской области выбрали 9 ребят, чьи письма не оставили равнодушным редакцию издания. И одно из этих писем оказалось письмо 11-летней Валерии. Один раз к нам приехали в школу люди с кино «Спасатели». Они с нами проводили конкурсы, развлекали нас, рассказывали о правилах, чтобы мы никуда не попали в беду. И сказали, что будет конкурс. Вот, я и решила поучаствовать. Написала письмо, попросила счастья, здоровья, любви, всего хорошего, благополучия, чтобы родители меньше уставали на работе. Написала, отправила. Вот ко мне пришли, дали подарки хорошие. Очень нравится мне. Я очень рада. В этот день награда нашла еще одного своего героя. Корреспондент журнала «Юный спасатель» посетила также и Октябрьскую среднюю школу. Дети с большим удовольствием принимали участие в викторинах, конкурсах и получали заслуженные награды от журнала «Юный спасатель». Наталья Бруй, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ.